Свой выходной в августе 2024 года инспектор ДПС госавтоинспекции Северского района Александр Шабанов запомнит надолго. Мужчину с семьей пригласили отметить день рождения в кафе в Лабинском районе. Но отдых на природе стал настоящим испытанием на прочность. Выйдя из кафе, я увидел, как молодой человек прыгнул в реку, которая рядом находилась. В результате чего самостоятельно он выбраться не смог. Нам уже это известно. Он потерял сознание и получил травму смены, то есть травму шейного позвонка. Достал парня из воды, начал ему оказывать медицинскую помощь. Реанимационные мероприятия Александр оказывал до самого приезда бригады скорой помощи. Искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца пришлось делать на протяжении 20 минут, пока пострадавший не пришел в сознание. Я слышал голоса людей, которые говорили, я не хочу хвалиться, говорю как есть, они говорили о том, что все, ждем скорую помощь, мы ничем не поможем. Но я не остановился. Когда все закончилось, я поднял глаза. Конечно, я тоже сильно устал. Ну, были аплодисменты. А насколько мне уже известно, врачи из Лабинского района сказали, они сказали мне огромное спасибо, передали. И сказали, что насколько у них богатый и большой опыт, это не каждый сможет. Сейчас молодой человек проходит реабилитацию в Краснодаре и постепенно идет на поправку. Семья пострадавшего благодарна Александру и поддерживает с ним связь. К слову, сам инспектор не считает свой поступок подвигом, ведь он уверен, у людей в погонах особая ответственность. Каждый человек должен оказывать друг другу помощь. Ну а те люди, которые носят погоны, я думаю, они должны всегда вмешиваться в такие дела, всегда должны оказывать содействие. Кандидатура Александра Шабанова выдвинута на участие в краевом конкурсе «Поступок», который ежегодно проводят среди сотрудников полиции.